Ребят, помните, да, я вам рассказывал про сайт автоспот.ру, рекламировал вам его. Так вот, мы решили, короче, сами теперь проверить этот сайт. Короче, Славян ищет себе тачку, может быть, даже кому-то интересно, я могу, можете, в принципе, Славяну даже написать. Славян, короче, свою машину продает, вот, у него Volkswagen Tiguan, вот, и он хочет новый Volkswagen Tiguan себе купить. И мы также через этот сайт зашли, попробовали, ну, посмотрели ценник. У меня к вам большая просьба. Оставлю ссылочку, ссылочка в описании на этот сайт автоспот.ру. Пожалуйста, единственная просьба, кому там не тяжело, зайдите по ссылочке, пройдите. Вот, введите свой город, введите Volkswagen Tiguan, двухлитровый, либо дизель, либо бензин, вот, ну и комплектация, чтобы там кожа, рожа была, все дела, вот, и кому не жалко, напишите в комментариях, хочу сравнить просто, в каком городе, какой ценник, как бы вроде бы, да, говорят, что вот такие-такие ценники, я, допустим, вот, ну, сам вот залазил на сайт, смотрел в своем городе свой ценник, пройдите, пожалуйста, там, посмотрите, ну, сделайте там помощь, окажите нам. Спасибо. Ссылочка в описании. Заехал, короче, я на стояночку. Стоянка сэр называется. Ну, столовый сэр. Здесь, короче, вот этот нет. Этот карифан, короче, спит где-то. Попросил разбудить его. Так, это он. А, это у нас Андрюха, да, стоит? Ну, да. Андрюха. Коллега подъехал, поздоровался. Короче, Юрик, помните, да? Ну да, вот он, ДАФ. Рыжий бампер. Без противотуманок, что там, заглушки какие-то стоят. Дрыхнет конь. Мы с ним, ребят, в старой конторе работали. Он на Скане на Сине ездил. Все, Андрюха, в бой. Пойдем, дядь, пойдем. Все, разбудил его. Пойдем, сейчас кофе попьем с ним. Водички возьмем. Холодненько в дорожку. Все ребят спрашивают: Толян, а что ты не глушишь тачку? Ребята, жара, и сразу машину глушить нельзя, чтобы турбина остыла. Поэтому машина и не глушится, чтобы турбина дольше жила. Все, ребят, поехали. Пошли с Юриком, перекусили. Взял второго гречки с мясом. Компотика холодненького. Можно ехать. С своим топливом, нахуй, куплю, продам, блядь. За день можно миллион раз услышать: куплю, продам, кто-нибудь покупает, кто-нибудь сдает. Как что-нибудь спросить с обстановкой, тишина, зато, блядь, топливо, нахуй, торгую. Коллега, ты красавчик. Обочина, полоса для геев. Ну ты вообще красавчик. Свой человек. 787. Фотон. Посигнали ему. Таких я уважаю.
летим, ребят, в карьер грузиться. Здесь в Тульской области М2 вся в ремонтах, ремонтируют. Местами уже вот новый асфальт даже имеется. Соскленённый самосвальчик. Красавчик. Давай, давай, дядь, газуй. Короче, ребят, куда-то мы назад сдаем. Сам, честно, не вижу. Зеркала не хватает. Ну, примерно так уже на ощупь. Приблизительно, знаешь, как. На улице жарище, пылище. Короче, тут щебеночка все подзасыпали. Особо места немного. Так, ну а здесь нам нужно подламывать его сразу, чтобы он уже шел место назначения, потому что здесь выровнять тоже не получится, особо не разгуляешься, тут куча, вот я на нее наезжаю, да, бля? Потихоньку, потихоньку. Ну, чуть-чуть наехали, а что, куда деваться-то? Видите, запилил. А тут вот так вот задом, задом, задом. Заехали. Грузимся. Это самая большая фракция. Не, ну есть, конечно, еще больше. Такую я ни разу не возил фракцию. Такая фракция, по-моему, если я не ошибаюсь, идет куда-то на ЖД дорогу под шпалы. Семьдесят на
Бывает полище летом. Ребят, кто-то просил показать, как я пользуюсь горным, да? Вот он. Ну, есть там и педалька на ноге. Вот смотрите, я убираю, вообще ногу убираю с тормозов. Вот, нажимаю ее. Вот, и все, и машина, видите, оборота не набирает. Мотор давит. Все, машина падает. Отключаем ее. Все. Таким макаром. У меня нога, видите, да, где стоит? Сейчас так же, смотрите. Вот я ее сейчас включу. И все, и машина начинает останавливаться. Если пониженная передача, то он ее душит вообще до остановки. КамАЗик, КамАЗик. КамАЗ. У каждого сердце из нас. Да, ребят? Наш русский КамАЗ. Блин, мне честно нравится КамАЗ. Я бы, если был бы, я не знаю, при деньгах, у меня был бы большой автопарк машин, я бы по-любому себе КамАЗика бы, ну, как вам сказать, наверное, купил бы какого-нибудь такого интересненького, а лучше бы что-нибудь замутил бы с ним. Честно, у меня, знаете, ребят, какая идейка есть. Хочется попробовать какой-нибудь проект замутить. Что-нибудь. Какую-нибудь машину взять. Вот. Ну и чисто делать ее для себя. Самому. Не куда-то там сервис ее отогнать, да, там, чтобы кто-то тебе ее подчинил. Не, самому просто заниматься машиной. Все просто делать самому. Просто раскидать его до рама. И собирать. Все потихоньку, новенько ставить, собирать. Раму там покрасить, пескоструить, покрасить. Ну, короче, просто делать конфетку. Из говна конфетку, как говорится. Взять какой-нибудь КамАЗ, знаете, такой дроволет, который уже в боге. Который уже все, вот все ему. Его уже похоронили, да? И взять ему, дать вторую жизнь. А? Идея такая, да? Ну, и на это, блин, бокс нужен на это. Не знаю, гараж свой нужен. Да это я так просто думаю. Хотя прикольно была бы затея, мне кажется. Все, мы, короче, загрузились, ребят. Поехали мы потихонечку в сторону разгрузки. Ребят, ну что, у нас, короче, получается конкурс. Я один провел, да? Помните, как я говорил, что как только пройдет один конкурс, я обязательно сразу объявлю второй по поводу обочечников. Ха! Короче, ребятки, за самую лучшую наклейку, кто сделает, где эту наклейку, куда это скидывать, пожалуйста, в личку мне не пишите, ни в Инстаграм, ни в ВК, у меня нету чисто времени, ни физически, ни морально, да и просто я устаю и на работе и от всего этого. Вот, поэтому чисто даже сообщения разгребать не всегда есть время. В моей группе ВКонтакте, на группу ссылочка будет в описании, вот, там будет, короче, ребят, пост прикреплен с какой-нибудь наклейкой, я сейчас найду, вот, что я хочу сделать, как я уже повторялся, хочу сделать наклейки, короче, ребят, которые бы подходили всем, абсолютно всем, можно было бы клеить и на грузовую, мне холодно стало, и на легковую. Вот. И эта наклейка должна подходить всем. Что-нибудь, допустим, вроде там «Я против обочины», да, или там, допустим, наклейка может быть разного вида. Она может как бы квадратная, как бы треугольная, я не знаю, там, и круглая. Без разницы, абсолютно без разницы. Че, малыш, тухнем? Еще чуть-чуть подъем затяжной, наверное, с километр.
До пятой доходим. Вот на пятый вытягиваем. Вот, я уже вышел. Подъем просто очень сильно затяжной такой. Разгоняешься снизу, самого низа 90, и вот сюда под конец уже вылетаешь, короче, выходишь на пятый. Тяжко, тяжко. Короче, ребятки, у кого есть свободное время, кто хочет там, допустим, поучаствовать, за самую четкую наклейку, короче, кину пятак на карту, ну, 5000 кину на карту, у кого много свободного времени, разрабатывайте, прикреплю пост какой-нибудь наклейки, а вы туда швыряете всякие разные варианты прям под эти комментарии. Прикреплю ровно на 3 дня, после чего зайду, посмотрю, какая мне больше понравится наклейка, из этих наклеек выберу и сделаю голосование. И уже не я, а вы, все абсолютно подписчики, там же в группе можете проходить, да, и голосовать, какая вам больше наклейка понравится. Какая наклейка понравится, такую наклейку запустим в производство. Эта наклейка будет действовать и для грузовых, и для легковых. Я за них деньги у вас брать не буду. Рассылать я их по почте не буду. Продавать я их не буду. Нахожусь я где-то в Туле, да, там, не знаю, кто-то там, допустим, какой-то магазин, там, где я спрошу, договорюсь, допустим, где-нибудь в Туле в магазин кого-нибудь доставлю, скажу потом адрес, да, вот, ребят, здесь наклейки, приходите, забирайте. Буду в Калуге, допустим, где-то в Калуге оставлю у кого-то там. Вот, буду, короче, в любом городе, где я буду, проездом, неважно, легковая, грузовая, буду, может, на легковой поеду в Москву, может быть, там куда-то, там даже, когда я, может, на море поеду, буду какие города проезжать, буду заезжать, оставлять наклейки где-то, вот, называть адрес, вы будете приходить там и разбирать их бесплатно. Ну, и кто просто, допустим, хочет приклеить на свою легковую. Главное, чтобы она была наклейка, это красивая, и чтобы не стрёмно смотрелась на машине, ни на большой, ни на маленькой, ну, и чтобы была чётко. Можно, допустим, вот, наподобие что-то вот этого. Ну, это, конечно, неинтересно, да, это просто обгон запрещен. А можно сделать там, я не знаю, короче, у кого сколько, на сколько фантазии хватит. Короче, за первое, за второе место, короче, за первое место скину пятак 5000, которая, допустим, самая больше всех, всем понравится, да, наклейка самая такая четкая. Вот. За второе место сколько скинуть? За вторую двушку, за третье место рубль на карту сверну. А эти наклейки я потом запущу в производство, напечатаю их очень много-много-много. И буду вам же их всех раздавать, и себе наклею. И наклею на грузовую наклею, и на маленькую свою наклею. И обязательно вам это покажу. Вот, ребят, такие дела. Поэтому конкурс объявляю открыт. Можете после ролика заходить, смотреть. Ребятки, переходить, шлепать какие-то наклейки интересные, красивые по поводу обочинников, и все, все будет нормально. Да, пацаны, ой, да что ты шугаешься-то, я поздоровался с тобой, а тот шуганулся, у меня шорты чуть не слетели. Так, что тут, ребят, за кипиш? Братва собралась. Олежка, паркуется тут. Короче, коллеги тут всю стоянку забили. Помните, ребята, эту дорогу, нет? Здесь такая была вся с дырами, с ямами. Это вообще нереально было проезжать. Я тут на КамАЗе проезжал, бампером чиркнул. Остановились. Еще теперь груженным в подъем сейчас разгоняться, блядь. Ох, чувачочек, подосрал ты нам. Я в этот подъем всегда 90 выскакиваю.
теперь 20 едем. Тише едем, дальше будем. Ух, коллеги, Пошел, родной, пошел. Камазик. Сейчас тебя дяденька натянет. Короче, ребят, что? Шуршим. Потихонечку идем. 80. Плывем. Меня тоже всегда это удивляло, когда вот едут маленькие машины, а их большие груженные тачки, блядь, дергают. Вас приветствует магазин автоэлектроники и Мистер Бук. Коллеги стоят. Жарко, короче, у всех смотришь, форточки, двери пооткрыты. Тяжко, короче, в жару, ребята. Я представляю, сейчас сиди в кабине, пекися, блядь. Вы куда промолчали? 102-й регион. Дафиц. Ну да, жарковат, конечно. Как бы не особо жарко, но сколько, 27 градусов. Ну, не может уточнить адрес точно. На днях вот было 32 у нас, под 33. Вот тогда, да, вот тогда вообще прям духота была. Сейчас хотя бы чуть-чуть ветерок имеется. Склады. У меня, короче, оттуда муха одна залетела, она мне мозги делает весь день, ее никак выгнать не могу. Я, короче, гонял, не получается у меня. Ну, что, коллега, езжай. А, пропускаешь меня? Ну, спасибо, друг мой милый. Камазик едет, водичка поливает травку. Вот бы мне прям сейчас на травку лечь, чтобы у меня ополоснуло, вообще мило бы дело было. Вот смотрите, смайлик на руле, видите? Две ноги. Хоть бы ноги помыл, грязные ноги. Пятки черные. Ну вот и наша разгрузка. Кучки. Потихонечку таскаем, возим. Все, чики-чики. Камушки в замки попали? Попали. Я бывал так пару раз опускал. Видите, торчит. Бывает, опустишь, короче, камушек попадает и борт не закрывается. Потом решил, что нужно выходить.
и смотреть. Вот и все, ребят. Копеечка в карман упала. Рейсик сделали. Все готово. Платон, ты что там, психуешь? Что-то пищит. Так, междугородник, двигайся.